В аквапарк они заходят под видом обычных посетителей. Однако цель визита вовсе не отдохнуть у бассейна. Вооружившись холодным оружием, террористы берут в заложники около 10 человек. Такова легенда учений, которые проходили в Ульяновске с 18 по 19 февраля. Информация об условном преступлении в кратчайший срок доводится до оперативного штаба в Ульяновской области. Готовится контртеррористическая операция. Сколько человек? Примерно около 5 человек. Аштагова 4. Вооружены? Да. 5 человек. Вооружены. Сколько народу? Аквапарк. Аштагова 4. Больше 30. Вооружены. Мы аквапарк эвакуированы, только остались дома. В учениях были задействованы порядка 500 человек и 40 единиц техники. Привлечены сотрудники МЧС, УФСИН и Центра медицины катастроф. Чтобы не допустить подобного развития событий в реальности, сотрудники спецслужб заранее прорабатывают вопросы оцепления объекта и оказания экстренной медицинской и психологической помощи, используя в качестве площадок излюбленные ульяновцами места. В рамках учения исследован новый образец техники с целью его возможного применения в интересах группировки оперативного штаба при проведении контртеррористической операции. Ради учений в Засвияжском районе перекрыли дорогу при подъезде к аквапарку от перекрестка улиц Генерала Мельникова и Крифельской, от перекрестка улиц Александровская и Отрадная. Результаты учений обсудят уже на ближайшем заседании оперативного штаба.